телекомпании Дарников представляет. Заебись, прошел. Игра оказалась плохой. Я думал, это будет нормальная игра. Ну, да, блядь, ну как нормально, короче. Хуй пойми шо. Так. Подготовка, изоляция. Ну, придется начинать вот отсюда. Хотя... Ну-ка, если просто выйти в главное меню, ну-ка. Вышел в главное меню. Я просто вышел на рабочий стол. Еще очередная тупость. Я просто хочу выйти в главное меню, но не могу это сделать. А, 2004 год, кстати. Не 2005 даже, 2004. Интересно. Нельзя продолжить игру. Кто придумал эту срань обоссанную вообще? Кто эту срань обоссанную придумал? Кто? Что за человек это придумал? Блядь. Ой, говнище. Джойстик не работает, выберите уровень, только с уровня можно загрузиться. Но это гандонство. Бля, игра одно сплошное гандонство. Вот эта, блядь, игра, вот эта ебучая игра, это одно сплошное гандонство. Блин, мне теперь заново это выслушивать надо. Даже скипнуть нельзя. Ведь ебучий доктор Вэтик выебывается. А, это самое начало, что ли? Да ну нахуй. Блять, это вообще возможно? Просто заскриптованная, нудная параша. Ёбаный пиздец. Да, это просто заскриптованная, нудная параша. Теперь все сначала надо. Блин, какая же скриптованная зараза, а? И вот все, скрипт сломался. Блин, я просто в эту хуйню не хочу играть, но там заскриптованное все. Там вообще жопа полнейшая, она скриптованная вся. Не получается. Да он должен выйти под меня, ебаный, блять, кнак, как ебастый. Ну что ты стоишь, ты должен выйти под меня. Get to the other side of the end block and try to sneak back past me to the tunnel entrance. Я добрался, добрался. Не знаю, что... Here I come, ready or not. Remember, I got a weapon. Perhaps I'll shoot you if I see you. Вот теперь скрипт работает хорошо. Да она вся багованная, заскриптованная. Короче, теперь это работает хорошо. Ну я прошел, алло. Я здесь. Ой, конченая игра. Not bad. Of course I knew where you were, but felt like it was time to let you move on. Okay. Well, make your way through these pipes. Надо Мармоку эту игру на обзор дать, он бы не просто бы охуел бы, но бы, я не знаю, он бы просто нахуй от этой игры бы ебанулся бы. Невозможно играть в это. Прицел. Ну там все дерьмовое. И прицел, и все остальное. Я, кстати, не знаю до сих пор, как мне перезарядиться. Блин, я не знаю, как мне перезарядиться. Блять, серьезно, надо на за линией находиться.
Здесь! Нельзя перемещаться от укрытия к укрытию. Настрелять 250 очков с винтовки. Блять, а можно эту хуйню внизу мне не показывать, она мне мешается, пиздец. А можно мне ее не показывать, блядь, мешается. Не могу смотреть на этот зум, блядь, ебучий. Черножопый, если ты не заметил. Черножопая. Осуждаю, блядь. Судительный момент. Блин, охренеть, я не могу на это нормально смотреть. Ну ладно, я просто буду куда-то тыркать, стрелять и все. И вообще это не Хитман, тут можно же стреляться. Как мне хуй делать? Блять, нихуя себе, ты чё? Это руками. Да блин! Ой, какая же тут залупа, а не стрельба. Иди нахуй! Блять, надо мной мухи летают, это плохо, да? Блять, они повредили, сука! Ой. Хуёво, хуёво, хуёво. Блин, идиоты, надо их убить нахуй. Блять! Конченая игра, багованная, поебень, блять! Ой, блять, в рот ебать! Ой, блять, так багованная, поебень, ай-яй-яй-яй, ой, багованная! Ученых еще туда! Да, мухи летают. Они бесконечны, блять. Я не вижу, куда прицел идет. Он сам идет без меня. Это игра для консолей, блять, обоссанных. Блять! Блять, это для консолей обоссанных. Я теперь понимаю, почему эту игру никто не играл. Потому что она дерьмо. Она дерьмовая. Бля, она реально дерьмовая. Ну, блять, вот просто по чесноку игра-то дерьмовая. Это пиздец. Блять, ты шо, медленный? Наверное, они бесконечные. Я не знаю, но такое ощущение, что они бесконечные. Вообще, тут лучше всего, я не знаю. Бля, меня тут какие-то хуёвины идут добивать. Скорее всего, враги бесконечные здесь. Там один с винтовкой был, да? Ну, где он? Где этот уёбок-то с винтовкой? Как заложника взять? Блять, я не вижу нихуя! Блять, прицел! Прицел-то вот ты в бочку мусорную липнешь! Да, прицел липнет в мусорную бочку, это, конечно, охуенно. Ох ты ж, блядь! Я теперь понимаю, почему в эту игру никто не играл, потому что она такое говно. Эта игра говно, бля, я отвечаю. Блядь, боже!
Разработчик этой игры, ты дерьмоед официальный, блядь. Официальный дерьмоед. Прикиньте, насколько он уёбок просто. Неописуемый. Насколько этот дерьмоед, блядь, неописуемый, сука. Ах ты ж, сука, разработчик, уконченный ублюдок. Нет, чел, если ты будешь играть в эту игру, ты поймешь, что она сама полностью ущербная. Теперь понимаешь, почему о ней никто ничего не знает? О, потому что она в натуре... Она очень ущербная. А враги, оказывается, бесконечные. Они спавнятся. Блять, они спавнятся! Сука! Реализация дно. Играть в это невозможно, и смысла в это играть нету. Так, сейчас переключимся. Блин, эта игра могла быть. Она могла быть чем-то. Но стала ничем. Тут дело не в консольном управлении, ни в чем-то еще. Просто людей она выбесила. Бесячая. Бесячая и конченая.